отдохнуть во дворе на газоне. Постелила вот себе. Ложусь, и там вот сидит один товарищ. Я не буду говорить, кто это. Подожди, что это? Все. Миша, это что такое? Это что такое? Миша, кто так себя ведет? Непослушная ты собака. Миша, ай-яй-яй. Вот улупить тебе нужно, а ты вот бесстыж. Мир. Откройте травочку. Вкусная травка. Вкусно. Ой, как вкусно. Вообще, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, бесконечно можно есть. Кто хочет, присылайте Мишу траву просто. Нет, нормально, вот такую траву. Он просто будет ее всю съедать. Я просто не знаю, как не умещается. Столько есть травы. А пчелка была. Миш, вот как только можно есть травы? Объясни мне, пожалуйста. Миша! Миша, ты меня слышишь вообще? Миш, иди ко мне. Подожди, ждать, Миш. Миш. 2 hours later. Молодец, сидеть. А ёмочка. Миша, дай лапу. Молодец. Дай другую. Молодец. Дай пять. Ай, дай другую. А ёмочка. Ой, устал. Ой, устал. Устал, травы нажирался и устал, да? Лежать. Молодец. Пыдыщ. Миша, пыдыщ. Ой, как пыдыщнулся, а вообще. Кошмар. Актер, актер, актер вообще. Без Оскара. Все, бока. Встань, Миша, встань. Миша. Ну да, трава это святое. Миша. Ау. Миш. Алло, алло, ты меня слышишь? Прием, прием. Вы меня слышите? Бум-бум. Ай, так. Вот, вот вообще нельзя. Миша, встань. Миша, встань. Молодец, хороший пес. Молодец. Смотрите, как у меня тут взъерошилось. Что ты, собачки? И телефон не наступи. Сидеть. Миш. Миша. Миша. Вот, вот, все, видите? Вот минус тапок. Вы понимаете, да? Переход на возрастной. Вот как все. Не видать ни тапочка. Да, Миш? Только порви меня, они новые. Я тебя убью. Миша, я сейчас игрушку мягкую достану, сразу выплюнешь. Ну все, сам нарвался. Так и знала, что так будет. Вот так и знала. Как я, вот босиком не ходить, как теперь, да? Сейчас мы достанем тебе игрушечку из вольера. Ты какая интересная есть. Вчера я ему дала. Мягкую свою была какая-то, мы ее покинуть хотели. Вот, я выдернула ему глаза и нос, и теперь она просто мягкая. Игрался так с ней, просто гавкал. Капец. Маша, смотри, что у меня есть. Смотри, что есть. Смотри, что есть, не? Точно не хочешь? Блин, подписки купить. Смотри, какая игрушечка. Поинтересней тапочка, да? Нет, тапочек интересней. Да в смысле? Я думала, вот игрушечка. Смотри, да. А вот! Давайте. Какой сложный выбор какой. Нет? Тапочек интересней. Миша, это что за дела? А ну давай, вот смотри какая.
давай, слышишь, Миша, давай, взять, давай, взять, растрепи эту игрушку, ну, давай. Понимаете, вот так и живем. Вот когда ты уже повзрослеешь, Миш, вот что это такое? Миш, вот как это так? Иди сюда. Апорт. Миша, отдай тапок мне. По-хорошему скажи. Ладно, будем идти на крайний мер. Есть такая игрушка. Одна. Она. Какая у нас есть игрушка? О, я выплюну. Вот молодец. Игрушку еще принес. Ух ты, какой умничка. Ну все, это не получится. Сидеть. Ну, нет, нет, подожди. Миша, стой, дай, сидеть. Молодец. Дать. Сейчас, подождите. Что это за собака такая? Это просто, это, я не знаю, как это... Фух, Миша, Миша. Ай-яй-яй, Миш. Для что уже, успокойся, сил столько. Ты еще на велике сейчас ездишь. Кстати, Миша, через 2 дня исполнится сколько? 16 месяцев? Нет, 15 месяцев ему исполнится. Нет, 16. Все. Успокаивайся. Ребята, если вам нравится видео такого формата, то есть там я ничего не рассказываю, просто показываю, как что Миша делает, или Лёля, вообще такой влог небольшой. Вот, то пишите в комментариях. Да, Миш? Куда пошел? Если ты сейчас в ванну, я тебя закрою, ко мне чтоб не подходил. У меня там, кстати, ванна есть в вольере. Куда пошел, Миш? Миша, я, короче, от него спряталась. В смысле? Миша, что за дела? Я, короче, от него спряталась, пока он пошел в ванную. Я побежала быстренько, пока он отвернулся. Нельзя, Миша, нет. Вот, и забежала сюда вот у нас тут. Наверх забежала вот с той стороны, сюда. Короче, я думала, он сюда прибежит, и побежит через другую сторону, и перейду сюда. Он, короче, взял и здесь пролез, вот здесь вот, Миша. Это вообще, как он тут пролез? То есть тут расстояние... Ой, блин, тут паутина. Фу. Расстояние, ну вот. Моя нога чуть больше моей ноги. И чтобы Миша... Ай, блин, фу, паутина. Ай, ненавижу. Кто ненавидит паутину, пишите в комментариях. Миш, пойдем. Все, пошли, быстро. Давай. Все, открывай. Вот, видите, вот так я делаю. Главное, чтобы он сейчас там не пролез. Миша, только не додумайся. Миша, нет. Миша! Ты куда пошел? А, ну да. Ладно, все. Побежали. Ай-яй-яй, босиком, больно. О, по траве как раз. Фу, все. На этом наш влог небольшой заканчивается. Понравилось видео, тогда ставь палец вверх, подписывайся на канал. Кстати, подписывайтесь на наш инстаграм про животных. Вот, ссылку я оставлю в описании. Вот, ищем.
Еще подписывайтесь на мой инстаграм, он тоже ссылка в описании. В общем, всем пока-пока.